В Тверском краеведческом музее открывается персональная выставка петербургского мастера Ольги Жоховой «Атласное чудо с берегов Невы». На выставке будут представлены работы, выполненные в технике холодного батика и живописи академиста Петровской академии наук и искусств. Ольга Жохова – художник многогранный. Она работает в масляной, темперной, пастельной техниках, но наибольшее впечатление на зрителя производит ее росписи по ткани. Работы художника выполнены в технике холодного батика. Ее творчество глубоко национально. Основные сюжеты – это образы русского фольклора, православных святых, истории нашей страны. Естественно, в городе я живу, в Петербурге, поэтому Петр, ну я его в 22-м году, как раз к юбилею его рождения, делала эту картину. Это Александр Невский тоже был, у него юбилейный год, я тоже его сделала. В своих произведениях художник совмещает различные технические приемы, достигая большей выразительности образа, детализации. Полотно Ольги Жоховой – это сказание свободного человека, который восхищается всем, что есть на земле. Дополняет выставку произведения художника Вышневолоцкого стекольного завода «Красный май» из коллекции Тверского краеведческого музея. В целом это декоративно-прикладное искусство, и нам показалось, что такое сочетание будет крайне уместным. Если посмотрите на цветовую гамму нашего стекла, представленного сегодня на выставке, увидите, что она органично сочетается с цветами, которые применяются на батике, которые сейчас обрамляют сцены нашего выставочного зала. Насладиться вышневолоцким стеклом в обрамлении холодного петербургского батика посетители Тверского краеведческого музея смогут в течение 3 месяцев, поскольку выставка будет работать все лето.